Приветствую вас, Екатерина. Вот. Обратите, пожалуйста, внимание, что как будто бы у вас очень мало власти на свою жизнь, потому что как будто бы вы сильно меньше. Вот. Ну, по крайней мере, вот так вот вы себя позиционируете по всему. То есть, вас зовут Екатерина, но почему-то вы называете себя Катей. Вот, случайно ли? Ну, лично я думаю, что это нет. Лично я думаю, что это не случайно. Вот, я думаю, что совершенно не случайно, что называется себя Катя Екатерина, и чувствует себя меньше, сильно меньше, чем на самом деле вы есть. Ну, вот. И вот это вот первое, на что я хотел бы обратить ваше внимание, что как будто бы ваша жизнь во многом зависит от других людей, не от вас, а от других. Вот. А почему так происходит? Каким образом так происходит? Я думаю, это связано часто с тем, что не очень понятно, что в вашей жизни вам интересно. Дело в том, что когда вот родители, например, ругают, да, вот, когда, например, ну, как-то вот есть какое-то давление, например, извне, да, допустим, вот, то я бы сказал, что достаточно сложно, тяжело видеть и чувствовать свой интерес. То, что, ну, интересно, вот, допустим, вам. Потому что больше внимания обращается именно на такие вещи, как результат. Вот. Собственно, это вы делаете. То есть, ну, несложно догадаться, что именно этим вы, в принципе, занимаетесь. Вот. То есть, несложно догадаться, что то, что вы делаете, это как раз попытка, ну, достичь определенного результата. Вот. И как мне кажется, это затмевает вообще все остальное в вашей жизни. Вот. Ну, как мне кажется, повторюсь. Я не знаю, могу ошибаться, конечно. Вот. Но выглядит это вот таким образом. Соответственно, вот то, на что, на мой взгляд, вам нужно обратить свое внимание, это как раз на свой интерес. Вот, потому что, ну да, на самом деле вы, ну, вы можете и иметь какие-то трудности с речью, вот, вы можете иметь ну, какую-то проблематику, вот, это все правда, все правда. Никто не говорит, что это вот, ну, что это не так. Вот, по крайней мере, я не собираюсь вас в этом убеждать. Но здесь нет вашего интереса. То есть то, о чем вы говорите, это вот все это как будто бы вашего интереса-то нет в этом. Понимаете? То есть как будто бы то, что вы о себе рассказываете, да. Это все очень, ну, может быть, это все важно, и, скорее всего, это все важно, но интереса вашего в этом нет. Знаете, какая штука-то.
Вот. И, собственно, это является на мой взгляд основной проблемой. Вот. Потому что если интересы не сформированы, то вы будете всю свою энергию, вот, какая бы она у вас, ну, сколько бы ее ни было, да, вот, вы будете эту энергию обращать на, ну, собственно, вот, другие вещи, вы будете эту энергию обращать на другие аспекты, вот. И это абсолютная норма, потому что энергия не может, ну, не может энергия оставаться невостребованной. Вот, к сожалению или к счастью, я уже не знаю. Вот, ну, то есть это как бы вам решать, хорошо это или нет. Вот, поэтому в первую очередь я рекомендовал бы вам все-таки, наверное, поработать именно вот с тем, чтобы выявить свой интерес. Ну, выявлять свой интерес. Вот, и уже потом, после этого уже смотреть как-то вот более внимательно на то, каким образом вы могли бы это реализовывать. Вот, наверное, такой ответ я мог бы вам дать сейчас. С точки зрения психологии, с точки зрения психотерапии, вот, с точки зрения моих каких-то вот ценностей, вот. А сейчас ваша ситуация, ну, действительно, вполне может выглядеть вот как довольно-таки, ну, безвыходной, потому что, ну, правда, у вас такая депрессия и так далее, то есть состояние, которым вы полностью не управляете. Вот. Ну, во-первых, депрессия, нельзя говорить о депрессии, пока нет диагноза, поэтому я бы не стал так вот прям утверждать, что у вас именно депрессия. Я думаю, что вы, скорее всего, у мамы своей переняли вот эту способность, если можно так выразиться, быть к себе достаточно требовательным. Вот. И я думаю, что вот это один из основных моментов, что как бы, ну, вы продолжаете продвигать идею такую чересчур требовательную к себе, потому что и говорить вы должны идеально, и, значит, сравнивать вы себя с сильными людьми, вот. Каким, кстати, образом вы к этому, ну, вообще вот пришли к тому, чтобы сравнивать себя с сильными людьми? То есть, ну, как это вот у вас произошло, что вы, ну, стали себя так вот сравнивать с ним? То есть, условно, почему именно с сильными-то людьми? Вот. А это для вас, наверное, ну, что-то значит? Вот, было бы очень неплохо увидеть, что для вас это значит. Было бы неплохо увидеть, что вы в этом вкладываете. Вот. Понимаете, да? Вот тогда ситуация будет
гораздо лучше, чем сейчас она происходит. Вот. А также я думаю, что вам сложно быть слабой, вам сложно, вероятно, просить помощи. Вот. А, и вы держите себя в постоянном напряжении. Вот. Это очень тяжело. Вот. А, и трудно вам. Поэтому необходимо учиться такой вот состоянию. Необходимо учиться состоянию, когда вы меньше другого человека, но при этом без обязательного какого-то унижения вас. Это на самом деле не так легко, как может казаться. Вот. Тревожность — это игнорирование определенных состояний, определенных чувств и мыслей. Вот. А депрессия — это подавленность. Вот. Со страхом лучше поработать непосредственно со специалистом, потому что сами вы не видите его, ну, причин, его оснований. Так, иногда отвечать в аудитории, высказать мнение на публике для меня становится тревожным. И даже пытка. Пишите вы. Ну, а вот обратите внимание, да, что вы же ссылки здесь не даете. То есть, как бы, тут как будто бы нет этой самой ссылки, понимаете? То есть, ну, вот вы высказываете, да, например. А зачем? Ну, то есть, вы высказываетесь, потому что? Потому что вам это интересно. Например, вы высказываетесь, потому что вам, ну, хочется, нравится, да, ну, вот, то, о чем, например, вы говорите. Или, может быть, какие-то еще есть моменты. Вот. То есть, понимаете, вы этому не придаете значения. А когда это не так важно, например, для человека, допустим, что, извините, как бы вы будете об этом переживать. Так или иначе. Вот. В принципе, то, что я хотел бы вам сказать. Вот. В принципе, на этом все, наверное, я думал. На этом все, что я хотел сказать вам. Сейчас еще раз посмотрю ваш текст. Вот, вы пишете, я в войне разочаровалась в своей слабости, вспомнил, что я пережила уже 3 года
неуверенности в себе и боязни оценки окружающих. Вот этот прорыв был. Знаете, да, как бы, то есть, вот, ваша мама, она, ну, вот, условно говоря, ваша мама, от вас требует там чего-то, к примеру. Требовала от вас чего-то. Именно требовала. И вы от себя сейчас вот, ну, тоже требуете. Хорошо это? Вряд ли. Понимаете? Вряд ли это хорошо. Понимаете? Вот, в принципе, то, что хотел вам сказать. Но самое главное, наверное, то, что за этой историей, за разочарованием, опять же, нет вас. А дальше. Так. Для меня вошло привычку быть всегда на высоте, поэтому спит кому-то. Я боял. Ну вот, сюда быть на высоте невозможно. Вот. Значит, шел третий год, 17 лет, я полностью стал уверен в себе. Ну, полностью уверен в себе же нельзя быть. Это иллюзия. Вот. Я так разочаровался, не знаю, как быть. Ну, сначала я порекомендовал вот к психологу обратиться для начала. Рекомендовал вот. За консультацией, вот, побеседовать, поисследовать, поработать, посмотреть, переживать, вот, почувствовать вам себя. Саму. А дальше уже, в принципе, будет видно. Но, повторюсь, вы вся, целиком, как мне кажется, сейчас нацелены именно на внешний мир. Вы не нацелены на свой интерес. То есть то, что вы описываете, то, как вы это описываете, показывает, что вы вся в других людях. Вы полностью в других людях. Вы говорите про полную уверенность в себе, но это полная уверенность в себе тоже про других людей. Нигде я не заметил, чтобы вы говорили про то, что «О, мне интересно заниматься этим, о, мне интересно это, о, я хочу делать вот это, о, я хочу вот, там вкладываться в это». Нет, этого нет. И, понимаете, такое вот общение получается вакуумное. Получается, что это только обёртка. Понимаете, обертка, но как бы без содержания. Без содержания, это наш контекст, содержание это значение того или иного общения, действия для вас, а этого такое ощущение, что нет. И вы опять же говорите, к примеру, про трудности. Да, трудности, безусловно, встречаются, безусловно, с какими-то трудностями вы вероятнее всего, не справитесь. Но важно другое. Важно, что сами по себе эти трудности воспринимаются вами как что-то трагичное. Знаете?
галстук. То есть, именно сами трудности вами воспринимаются как что-то трагично. А это может быть связано только с интересом. Это все, надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь. По моему ответу это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго и удачи.